О, утром, когда все насчитаем, теперь выпускаю окошек своих. Открываем, а тут у нас деревянные. Вот так. Ну-ка. Где они? О, первая выскочила. О, пошла. Где вторая? Они истомились тут. Долго сегодня не выпускал я их. Насчитывали пока. Ну что? Ну где они? Ну? Где вы там? Ну-ка. О, красная вышла. Рыжая вышла. Иди за ней. Иди. А где белая? Белая скорее вылазь, а то закрою. Лежит, неохота вставать. Они стояли рядом. Мы долго не выпускали сегодня. Вот она, все. Пришла, уходи. Оттуда сильно дует. Они сейчас спрятал, я им не даю. А они бегают. И смотри, еще ищут. Есть. Ищут они, есть поесть. Дядя Володя вам приготовил. О, хвостатое полчище. Он мой вот тут. И вот так. Давай вот сюда. Давай. Ну-ка. Давайте, ешьте. Давай, ешь, ешь, ешь. Ой, сегодня воскресный день. Как им. Племя хвоста. Вот это хвост-то как у лисы. Видишь, а у отца у нее раза в три больше хвост, наверное, пушистый. Они у меня все от одного. От Миши Корякова. У него кот очень породистый. Как лесовин какой. Вот она. И вот сейчас оторвать от этого ее никак нельзя. А я сейчас попытаюсь ее оторвать. Я Володю прошу, он на четыре части мой вырежет. Мне надо приучить, она очень такая подвижная. На улице не дается в руки. А я приучаю ее. И вот сейчас здесь сяду вот сюда. Буска, ко мне. Ко мне. Вот Буска ко мне пришла. Вот она где. Буска ко мне. Вот она какая. А? Да хорошая. Прибегает. А то никак нельзя было ловить. Все, нету. Иди, ешь. Туда. Теперь мне надо ее закрыть. Допустим. Но это обманывать нельзя ее. Сейчас я ей крикну сюда. Вот смотри. Это вот на уровне у меня груди. Вот она. Она уже здесь, а? Ой, Буска, Буска. Привыкла здесь. А теперь что? Вот она пришла, она мне мешается. А почему? Когда я переписываю с этого, с видеоаппарата, и провод нельзя колебнуть, а она прыгает на стол. Мне нельзя их выпускать, пока я не скачаю с аппарата. Все. Теперь открывай. Ты свободна. Выходи. Иди туда. Все. Пошла туда, успевай. Иди ешь, ешь. Больше ничего нету. Давай, ешь скорее. Ешь, ешь, ешь. Все. Это рыжая это мать. А это две дочери у ней. Но это постарше. Вот это. Мне никак нельзя без этого. Вот сейчас только маленько потеплее будет. А на крыше голуби. А где голуби? Там пшеница, там семечки и другие, что там есть. И мыши все едят. И поэтому отравлять никак нельзя. Много кошек залазят и уходят. А этих я иногда сутками там кормлю их. И также точно там. Но там на голубятню не посадишь. Сама голубятня под всем пространством. А тут у меня отдельно отделено, там голуби. И они залазят, ну, на самой крыше, на чердачном тут пространстве. И вот сегодня воскресенье, а уже заранее готовлю. Сейчас только поедят и опять прятать надо. Потому что если открыть, оттуда прям ветер такой, как колорифер, холодный, правда, только. Вот так, все. Что у нас тут сегодня? Еще. Видите, как вот тогда сказали, у нас убирает колонку. Я так испугался. Думаю, пойду к губернатору и буду ходатайствовать о колонке. А прижали, а ее наоборот даже сделали лучше, но одну закрыли. Фляга воды. И два ведра, что стояли в запасе. Два ведра все время. Я привык так делать. Мало ли еще, то замерзнет, то что. Вот говорят, у вас скучно, порядка никакого нет. А какой порядок? Мы воды мало тратим. Ведро для золы и для бросаем бумагу. Чуть что, бумагой вытерли, отдельно бумага нарезанная, вот эта вот бумага чистая. Протереть чашку, там все ел. Протереть.
даже не мыть. И отдельно, что где, отдельно нарезаны газеты вот такими. Приноровиться. А люди, которые живут в городе, в городских, у вас такой беспорядок. Рядом что? Вот два ящика стоят с дровами. Специальные грязные рукавички. Как засыпать уголь. Здесь отдельно у меня на щепа, как щепа раньше называлась, необходимо. Вверху вот два мешка сухарей готовлю. Потому что летом у меня гости там будут. Полные сухарей. Ну и сейчас заказал, еще будут готовить. Один год я повез 12 полных мешков сухарей. Ну и кому-то там раздать, у кого-то детей много. Конечно, все бесплатно. Это наш расход. А тут вчера еще Володя принес крупные очень плакаты. Потом вы увидите, вот какой высоты и длины, когда разворачиваешь их. Выдержки из Священного Писания, но кое-где такой вольный не перевод, а общее содержание. Я их не беру. Мне нужно, чтобы до одной буквы было точно Священное Писание. Мы вчера вот разбили. Это вот наше. Я его подписал. Это наше или не наше? Номер два. Наше. Это наше. А вот это вот кому-то можно отдать будет. Там он еще сколько. Видишь, сделано. А то вот они завернуты в это дело было. Вот так. Кто-то же сделает, и такие, это очень дорогое. И с них снимаешь, снизу там, а там дальше намазанное чем-то, и оно приклеивается. И все это лежит. Вот газеты для растопки. А если глянуть, вот, а здесь картошка принесенная. Понимаете, сколько здесь? Здесь отдельно спеццеловек приезжает, мы убираем. В избе холодно, специальные комнаты и валенки. Алло, у вас такой беспорядок, порядок полный, это у вас беспорядок. Вам электричество выключи, с голоду помрете. А нам выключи электричество, у нас дрова, все есть. Независимо ни от чего. Вода, у нас все есть. Снег рядом можем натаять. Люди даже не понимают их уязвимость. Ой, ой, где, у вас такой беспорядок, такая грязь, грязи никакой нету. Мы все время подметаем, затираем, моем, как это, мокрой бумагой протирали. Здесь все на столе. Отдельно запасные мешочки висят, вот показываю как, а люди думают как, ну это как брать горячее что-то. Вот в этом маленьком скученном пространстве, общее пространство здесь, ну я не знаю, 18 есть летних квадратов вместе с кухней, а кухня это половина почти. Вот посмотри сколько, дополнительно сухари, что, иконы, а это отдельно бумага, все это заложено, травы, отдельно спички. Отдельно лежат сухари. Смотри, какое богатство. У вас порядка нет. Отдельно лук, отдельно соль. То есть у нас некуда. Два термоса. Тут принесли пирожки. Надежда Васильевна пирог спекла. Все это надо закрыть. И у нас места свободного грамма нету. Даже нигде нету. Для людей вот табуретки самоделочные. Сами сделали. Это Володя тут сделал. Вон он какой. Видишь? Какую табуретку сделал мастер. Даже показать, как вот одна дощечка была, а дальше он сбил ее, просверлил, туда загнал шурупы. О, какая! Медвежья. Ну, медвежья, медвежья, так и медведь может сесть. А у людей какие кресла там наворочено. Тут у меня и валенки. Вот расстояние какое? Ну вот. Вот расстояние, проход. Здесь дверь. Пришел. Так, здесь 18 квадратов, а где я жил, там у меня перегородки не было. Заходишь, сразу кухня, одна комната, 12,8 квадратных метра. Прикиньте на себя. Здесь библиотека. Вот посмотри вверху, сколько места занимает. Там всякий разный инструмент. Я говорю, успевай смотреть как. Отдельно умывальник. Умывальник, что это означает? Это санузел. Вот оно что. Да и посмотри, на дверях такие слова-то написаны-то. О, закрыться надо. Одежа отдельно. Вот это что, гардероб. Все здесь рядом. Отдельно обувь куда поставить. Приходят люди, здесь разулись, на ногу вытащил, только ставит на чистое. Чистая обувь. Вот это территория улицы. Все обдумано. Это разные тут и горох, и что здесь есть, и мышей нету. Тут у нас кошки. Отдельно для съемки что есть. Ведро здесь это с углем или с золой. Бывает два ведра. Печка здесь. Вот все, туалет. И привязано, чтобы не упало. Накормить хозяйство надо. И у меня там 12,8 квадратных метра было.
там на второй строительной 62-16 я жил. Около вокзала недалеко всегда приезжали люди. Я посчитал, 11 взрослых человек спали. Приходили и спали на 12 квадратах. И ни одного на земле, на полу не было. Комната разбита вот на такие плацкарты. Вот смотри здесь. Один этаж, ну ниже. Я могу освободить? Могу. Второй этаж, третий. Там все есть. Летняя, зимняя одежда. Это все в одном месте. И здесь сколько? Три этажа. Моя Никитина, Володина. Он меньше всех ростом-то. Ну и там шмыгнет. Это просушка. Где что просушить? Это его маленькая ниточка, веревочка натянута, означает, чтобы он не упал. И здесь все, абсолютно все. Здесь и принтер, здесь и компьютер, и здесь старые магнитофоны. Вот даже валенки, то куда, только в сторону поставить. Здесь у меня отдельно для голубей, а второй этаж кошки. Ну, понимаешь, нет? А это голубям выход, когда голуби здесь есть. Это заболел, голубь взять. Здесь старые архивы разные. Здесь книги. Отдельно здесь видео, вот кассеты. Все забито буквально. Повернусь сидел, это отдельно иконы, отдельно фотографии. Ну, то есть, если бы ничем не занимался, печатать. Иногда тут бумаги берешь, здесь чисто. На полочке до одного. Вот это Володина место. Дальше кошкино место. Вот она у ней. Она любит туда залазить. А дальше здесь свое. Свое здесь, да мало тут еще и какая банка меда прячется. Вот на таком квадратном метре. А у меня на 12 квадратах там было что? Тон-студия. Вот такие большие магнитофоны. Вот он какой. Видно, что полметра. Это маяк 205. Их сколько у меня? 13 магнитофонов в ряд работают. А тон-студия работала. Работала она непрерывно. Там, если я включил, то выключаю там в месяц один раз. Тысячи пленок. Тысячи по 375 метров. Кто это делал? Никто во всем Советском Союзе. Почему? Мне это интересно. И даже посмотри, вот там маленький закуток, и там архивы. Вот архивы, вот о которых сказали. Это вот от стихов, которые писал. Остальное переплетал книги. Это все божественное. Даже вот здесь белье лежит все здесь. А там что было? Надежда Васильевна тапочки. У нее просто производство было. У меня переплетный цех на 12 квадратах. Столы с ножками вот так вот раз к тому пристегнул, а у него две только ножки. Все. Люди собирались до 30 человек. Занятия вели. До 12 квадратах. Кто-нибудь жил так? Нет, вот кому позвонишь? Ой, подожди, я записать не могу. У меня всегда лежит рядом ручки. Вот они где. Сколько ручек? Здесь увеличительное стекло. И отдельно еще вот целый пакет лежит. И бумаги сколько здесь и на принтере. То есть у нас именно вот так, как здесь. Здесь наружное слежение, аппаратура. И все это на одном месте. А под ногами-то посмотри у меня там что. На каком-то табурете. И там. То есть это все божественные какие-то брошюры, книги. Я готовлю архив для будущих поколений. У меня только газетная. 13 метров высоты, там на складе делается, 750 килограмм. Только газетные продукции проверенной, переплетенной. Люди-то, которые говорят, они чего-то не первый раз видят. У него комната большая, показано чисто и пусто, ничего нету. Акулий полигон. У меня всегда здесь и детский лагерь, это должен детей отправлять, принимать детей. Приезжают журналисты, тут отдыхают, спят, потом уезжают. Еще только тут не было. И все это на 12 квадратах. 12,8. Вот поэтому не суди о том, чего не знаешь. Вот даже посмотрел, вот подкрываю, опять магнитофон. Здесь запасной принтер. А тут кошка скачет сверху. Это надо подумать об этом. А здесь посылка вот была отправлена в Данию. Посылка. Я за нее сколько заплатил, это очень дорого. И вот она вернулась, эта посылка из Дании. Все дошла, ее там держали. От нас запрос сделали. Я пишу, что автор. И не отдали, ни слова не говоря, гальнули назад. И теперь выкупить 260 рублей Володя пошел, заплатил. У людей ничего этого нету. Они этого не знают. То есть вообще ничего нету. А здесь даже старые архивные пленки, вот они лежат. У меня еще 2500 часов не распакованы архивы. Мне с пленок надо прокручивать. И поэтому, вот который смотрит, он около мамоньки сидит, там у нее она за ним пол чистит.
А чего у вас такой беспорядок? А какой беспорядок? Вот у меня запасная книжка. Я каждый день это сам переплел. Ну, у кого такая книжка найдется? О, какой крест. Это она попала в пожар была. Я веду где-то 60 лет примерно уже. Веду дневники. Вот он лежит, да, место он занимает. А здесь что лежит? Ну, а здесь всякие карандаши. Кроме того, у меня тут и пипетка. Глаз болит. Все это здесь рядом. Все. Здесь же лежат телефончик. Здесь щетки. Здесь карандаши. Все на своем месте. И два ящика. Переполнено буквально все. Я открою. И что здесь? А здесь целый архив от таких пленок. Это и жития святых, и... Ну, представьте, 2500 часов вот на такие. А это 45 минут все только на ней записывается. Сколько же их у меня? И человеку дать надо другой раз. Заказывают. Вот утром сегодня что показали? Тут пришел на днях у меня один важный человек, фотокорреспондент. Ты не помнешь ее. А где вы берете для ролика? Один поставит и все. У меня каждый день 6 роликов. Для людей интересно. Наша жизнь открыта. А которые выступают священники где? Их не видно. Только он сидит в храме или под часами. Его жизнь неизвестна. Их никто не знает. И все равно нападает. А на меня еще не нападать-то? 6, почти 7 тысяч роликов только. Там можно, наверное, наколупать, насоединять сколько хочешь с них. Да? Да, так. Так это не все. Кроме того-то, что еще и сайт, еще и встречи, и все это публикуем. Да, еще 41 книга. Да тут меня голыми руками можно брать, да и взять не могут. Почему? По слову Божию, Бог хранит. А эти, которые вякают, ругаются, матерятся, это так, это мекина. Ветер дует, и все улетает. На них никто не нападает. А почему? А нету фотографий, нету анкеты, нету имени. Ник, аватар заменили. То есть ложь. Ник, аватар, это лживое слово, это ложь. Ложь, как конфессия, деноминация, это ересь. Сатана подменил, люди ничего это не знают. Ты посмотри у меня, сколько новых заветов лежит. Вчера сколько привезли всего? Только раздали все это от нас, 30 тысяч. 30 тысяч, это не два экземпляра. И поместиться где... Да и кроме того, я работаю здесь, Володя на место, Володя работает, тут и процессор запасной, и все. И вот на этом скученном пространстве. И все время стараемся здесь подмести, убрать. Ой, у вас какой беспорядок. Это не беспорядок, а именно порядок. Вот она где, все на этом. Мне некогда, готовиться надо, там надо открывать калитку уже.